Приготовились, поехали! Забеги вокруг русалок и танцы под открытым небом. В санатории Каркино День Нептуна. То, что этот праздник обычно отмечают в июле, никого из рабочих Кирово-Чепецка не смутило. Стоит только захотеть, можно и звезды. Готовились к кризису, сильно забыли про людей, решили просто, увидели, что работаем стабильно, платим зарплату стабильно, увольнения нету, как бы, а народ истосковался по корпоративным мероприятиям, просто по общению. Сели и решили провести еще раз День Нептуна. Правда, получился День Моржа, но тем не менее. Окунуться даже ради праздника никто не решился. Ограничились катаниями на лодках. Дарья Мальцева выбрала местечко потеплее у мангала. Чтобы победить в конкурсе на лучший шашлык, она все утро вымачивала свинину в минералке. Такой рецепт ее коллеги оценили. Пальчики облизывали, смаковали все. Да? И говорили спасибо за такой шашлык. А эта команда решила взять жюри не вкусным шашлыком, а оформлением. По их замыслу на столе должна появиться русалка. Автор груди — это у нас Наташа. Наташа, расскажи, из чего грудь? Сыр, майонез, яйцо и чеснок. И малина. И малинка. И малина. Оценивать кулинарные изыски сотрудников пришлось высокому жюри. В роли наложниц и султана сегодня экономисты и бухгалтеры. Пока готовились к выступлению перед начальством, легко вжились в роль. А вот выйти из нее было сложнее. Султан наш, как бы, приехал в наш, как сказать... Славный град. Да, славный град. И захватил он меня. И сейчас я вот как бы живу с ним. Пока одни проявляли свои актерские качества, другие работали руками. Отдохнуть здесь решили по полной. В понедельник у чепчан новая рабочая неделя. Александра Татаринова, Николай Чалов, Бюро новостей, Давичам.